друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать на канале Охотничьи просторы Томича. Сегодня мы будем готовить пиццу на сковороде, на таганке с помощью паяльной лампы. Значит, что нам сегодня надо для приготовления пиццы? Сметана, грибы, помидор, лук, зелень, колбаса, можно использовать сосиски, сыр, мука, майонез, кетчуп, соль, яйца. Начнем с теста. Предварительно, конечно, все промыли, все продукты. Значит, у нас идет 2 яйца. Так, ложим 4 ложки сметаны. Четыре ложки майонеза. Так, 4 ложки майонеза. Сейчас ложку помоем. И насыпаем 9 ложек муки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И чуть-чуть подсолим. Совсем чуть-чуть. И все это дело перемешиваем тщательно. Так, тесто наше готово. Сейчас будем нарезать ингредиенты. Так, давайте начнем с вареной колбасы. Колбасу нарезали, теперь будем натирать сыр. Сыр натерли, теперь нарезаем наш лук.
нарезали, теперь мелко-мелко нарезаем помидоры. Чем тоньше, тем лучше. Теперь нарезаем укропчик. Так, ну все, с укропом тоже разобрались. Все нарезали, все подготовили. Осталось дело за малым. Разогреть нашу сковороду, завести лампу. Сейчас все сделаем. И дальше будем показывать. Ну все, ребят, сковородку нашу нагрели. Погружаем тесто. Огонь у нас минимальный. Все это хорошо по стенкам делаем большой такой круг. Теперь смазываем кетчупом. Выкладываем колбасу. Запах уже какой стоит. Открываем крышку. Пять минут прошло у нас. Далее закладываем сырок. Смотрите, какая красота. Закрываем крышкой, минут на 5, ждем.
почти уже готово. Сейчас, я думаю, еще минут 5 и будет бомба. Все уже расплавилось. Смотрите, как красиво, как аппетитно все это дело выглядит. Смотрите, ребят, какая красота. Сейчас подостынет, будем пробовать, покажем. Смотрим, пробуем, пробуем, смотрим. Сыр еще тянется, горяченькая. Получилось, ребят, вообще вкусно. Настоящая мужская пицца. Толщина. Съел так съел. Не то, что продают наши кафешка. Тоненькая. Съел и не понял, что съел. Вот. Готовьте так же. И у вас обязательно все получится. Всем большое спасибо за просмотр. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписываемся. Всем удачи. Всем пока.